Прежде всего, моему Гуру Пада Падме, Нитилила Правишна Ом Вишнапада Аштатрашата, Шри Шри Мат Бхакти Шри Рупи, Сиддханте Госвами Махараджу, я предлагаю бесконечное Саштанга Дандават Пранамы, склоняясь к его лотосным стопам. Также моему Шикше Гуру Пада Падме, Нитилила Правишна Ом Вишнапада Аштатрашата, Шри Шри Мат Бхактивиданте, Шрили Нарани Госвами Махараджу, я предлагаю свои Шрадха Пушпанджали, возлагая их к его лотосным стопам. Также я прошу всех вайшнавов и вайшнави принять мои поклоны. Харе Кришна. Мы слушали о том, как Бабаджа Махарадж сидел и воспевал харинам на четках из тулоси, на тулоси Мали. Повторяя святое имя, он увидел Кунджа Бангу Лилу Господа. Кунджа Банга — это одна из лил, которая происходит во время Аштаям, во время одного из восьми периодов суток. 24 часа делятся на 8 таких периодов. И, повторяя святое имя, Бабаджа Махарадж увидел божественные лилы, которые происходят в один из этих восьми периодов суток. Он созерцал Кунджа Банга Лилу. Что это за лилы? Это игры, когда Рада и Кришна в Санкете отдыхают. Постепенно наступает время Брахма Мухурта. Радаране нужно отправляться в Явад, а Кришне — в Нандагаон. Но Рада и Кришна еще спят, отдыхают в Никонджа. И тогда Вриндадеви пробуждает их. У Бхагавана есть две личности, которые способствуют его лилам. Это Вриндадеви и Йогамая. Что делает Йогамая и каково служение Вриндадеви? Постарайтесь хорошо это усвоить. Йогамая поддерживает все лилы, все игры Кришны, питает их. Таково служение Йогамая. Если бы не было Йогамаи, то лилы Кришны были бы невозможны. Ведь Кришна — Бхагаван, Верховный Господь. Но йога Майя устраивает так, что Кришна забывает свою Бхагавату, свое верховное, свое верховенство, свою божественность. Например, мама еще раз спрашивает Кришны: «Кушал масло?» Кришна говорит: «Мэнахи маканакай, не кушал я масло». «Ну как ты, что ты не кушал?» — говорит матушка. «Друзья говорят, что ел». «Да врут они», — оправдывается Кришна. Или мама Яшода берет Кришну за ушко и ругает его. Возможно было бы это, если бы Кришна понимал свою Бхагавату, свое верховное положение, что он — верховный владыка, Господь. Конечно, нет. Мама Яшода ругала бы его, держала бы за ушко, связывала бы. Нет, конечно. Поэтому Йогамая устраивает так, что Кришна забывает свою Бхагавату, верховное положение, благодаря чему возможны Мадхур Лилы, игры, исполненные сладости. Таково служение Йогамаи. Также есть Вриндадеви. Что она делает? Она устраивает Шингар Рас, игры в Шингар Расе, в Мадхур Расе. То есть развлечение Кришны с Гопи, со Шримати Радарани. Кто организует эти игры? Вринда Деви. Например, она устраивает красивые кунджи для Рады и Кришны. Помогает их им встретиться. Таково служение Вриндадеви.
Бабаджа Махарадж созерцал прекрасные игры Рады и Кришны в Никунджи. Когда им нужно было уже просыпаться, Радхарани идти в Явад. Ей нужно было успеть до рассвета вернуться туда, чтобы ее свекровь и золовка ничего не заподозрили, не узнали, что ее не было ночью дома. Как зовут их? Джатила и Кутила. Джатила — это свекровь, та, у которой очень тяжелый характер. А Кутила постоянно кут-кут, постоянно говорит, спрашивает, куда пошла, что делаешь, что будешь делать, почему так поздно вернулась. Постоянно дописывает заловка, жена, сестра брата, сестра мужа, сестра Абхиманию. Так она допытывает Радхарани. Поэтому Радхарани нужно как можно скорее вернуться домой, чтобы ничего не заподозрили, ее свекровь и заловка. А Кришне нужно успеть вернуться в Нандагаон, чтобы мама Яшода подумала, ой, мой Лала спит. Тоже не узнала, что ночью его не было дома. Чтобы матушка Яшода также видела, мой Кришна дома, отдыхай. Поэтому Вринда Деви что делает? Постепенно дает указания. Кому? Сначала петуху. Видели петуха? Да откуда вы видели? Нет здесь петухов. В деревнях есть петухи. Они просыпаются первыми и начинают кукарекать. Кукареко! Кукареко! Петух всех будет, просыпается первым. Как бы знаменое. Начинается утро. Просыпайтесь. Так петух пробуждает всю природу. Затем уже начинают птички щебетать. И постепенно просыпаются все остальные. И вот Бабаджи Махарадж видел эти чудесные лилы, как Рада Кришна отдыхали в Никунджи. Как он памятовал эти лилы, как он их созерцал, воспевая святое имя на четках. Мораль истории следующая. Есть подражание, есть искусственное, есть естественное, нечто естественное. Например, сахаджии стремятся искусственно погрузиться в игры Рады и Кришны, медитируют на то, что происходит во время мангал-арати, хотя этих лил они не созерцают. Но во время харинама, когда анартхи покинут наше сердце, все лилы проявятся перед нами. Когда мы освободимся от камы, кротхи, лобхи, то есть от гнева, жадности, вожделения и так далее. Когда мы освободимся от этого брама, когда Асад Тришна, Хрида Дурбалья, Апарадхи покинут наше сердце, тогда в нашем чистом сердце проявятся лилы Господа сами собой. И мы сможем созерцать все новые и новые развлечения Господа. Так Бабаджа Махарадж созерцал Кунджа Бангу Лилу Рады Кришны и плакал, видя эти чудесные развлечения. Его Сида Бавы, его совершенные настроения проявились. В сердце каждой души есть эти совершенные чувства, настроения. Они проявляются постепенно. По милости Гурудева они постепенно разовьются. Что необходимо? Нужно, чтобы гуру был достойным, и ученик. Тогда духовный учитель раскроет, ты такая Сайки, такая Манджари, таково твое служение. Но когда гуру раскроет нам это? Не когда мы обусловлены и погрязли в анартхах, а когда наше сердце очистится от анартх. Вот тогда гуру нам и расскажет все эти сокровенные истины. Парахамса Бабаджи полностью позабыл о своем теле и сидел, погрузившись в лилы Рады и Кришны. Рядом с ним сидел Саньяси Такур, Саньяси Махарадж. Он видел духовные проявления, духовные эмоции Парамахамсы Бабаджи. Саньяси Такур все эти лилы, все эти проявления мог видеть в теле своего Гурудева. Все проявления сатвика бав, трансцендентных переживаний. И что Парамахамса Бабаджи сказал? О Саки, как Катя, это обезьянка Радхарани. Зовут эту обезьянку как Катя. Парамахамса Бабаджи сказал,
обращаясь к Саньяси Махараджу: «О Саки, успокой эту обезьянку, ведь утром эта обезьянка кричит, будет Радарани, чтобы Радарани и Кришна скорее вернулась к себе, чтобы Радарани не, чтобы Джатила и Кутила не наругали Радарани». И слыша крики этой обезьянки, конечно же, сладостный сон Шримати Радарани прерывается. Поэтому Парамахамса Бхагаватча говорит: «Так, успокоить обезьянку, она еще слишком рано кричит, иначе сон Рады и Кришны прервется, и Лалита Саки расстроится из-за этого». Понимаете? Лалита Саки что делает? Устраивает, как и все остальные Саки, встречи Рады и Кришны. «Джая, джая, Рада Кришна, югала Милана». Цитата. Саки устраивают встречи Рады и Кришны, чтобы они счастливо могли проводить время в кунджах, отдыхать вместе, получать наслаждение. И если сон Рады и Кришны преждевременно прервать, конечно, Лалита Саки расстроится. Ведь кто главная из восьми Саки, из восьми основных Саки? Лалита Саки. Под ее руководством, согласно ее указаниям, все остальные выполняют севу для Рады и Кришны. Поэтому Парамахамса Бабаджи говорит в своей медитации: «Лалита Саки расстроится и будет ругать меня. Ты что, не видишь, что Рада Кришна спит? Почему эта обезьяна кричит, и никто ее не успокоит?» Например, если человек спит, и кто-то начнет громко кричать, конечно, человек проснется и скажет: «Что ты орешь?» И кроме того, Ананга Манджари также подает знаки. Есть одна из Саки, одна из Манджари, которую зовут Ананга Манджари. Лалита Саки — это та, под чьим руководством Ананга Манджари, Рупа Манджари, Ананга Манджари служат Раде и Кришне. И Лалита Саки скажет: «Ананга Манджари тоже подает знаки, что эту обезьянку нужно успокоить, чтобы она преждевременно не будила Раду Кришну. Ты же Рамана Манджари», — говорит Парамахамса Махарадж в медитации, обращаясь к Саньяси Махараджу. «Почему ты забываешь о своем служении?» Это Бабаджа Махарадж говорит Саньяси Такуру. Гурудев в должное время раскрывает ученику Сиддха Сварупа, его совершенную форму. Проявляет: «Такова твоя совершенная форма и служение». И Саньяси Такур также обрел Сиддха Сварупа от своего Гурудева. Он узнал, что его зовут Рамана Манджари, нашего Гурудева Шрила Бхактивиданта Нарайана Госвами Махараджа. Как зовут? Знаете? В Рада Кришне Нитилили, в вечных играх Рады и Кришны, он также Рамана Манджари. Рамана Манджари не одна. Есть много Манджари с таким именем. И нашего Гурудева тоже зовут Рамана Манджари. Его Сиддха Сварупа такова. То есть это другая Рамана Манджари, но с таким же именем. И Парамахамса Бабаджи Махарадж говорит Саньяси Такуру: «Ты же Рамана Манджари, твоя особая сева следить за тем, чтобы преждевременно утренний сон Рады Кришны не прервался. А эта обезьянка кричит, почему же ты забываешь о своем служении?» И Парамахамса Бабаджи постепенно потерял сознание после всех этих трансцендентных переживаний. Вот это бхаджан. Когда мы этого достигнем? Когда мы будем повторять харинам, полностью погрузившись, нам нужно воспевать святые имена, сосредоточившись на них, тогда игры Господа постепенно проявятся в нашем сердце, и мы тоже можем достичь такого сознания, когда даже потеряем сознание. Махапрабху молится: «Когда же настанет тот день? Какой день?» Найнам Галада Шридхарая, цитата. «О Господь», — молится Махапрабху, — «когда же настанет тот день, когда, воспевая Твои святые имена, слезы польются из моих глаз?» В Бхагаватам говорится: «Тадашма сарам хридаям бататам». Если, воспевая харинам, наше сердце не тает, из глаз не текут слезы, что нужно понять? Что мы совершили очень много аппаратных оскорблений. Апарадха Тахата Прачора Кришна Нама Бичатаха Накаре Анкуру, говорится в читании Чаритамрити. Из-за наших оскорблений Апарадх
семя преданности не дает своих плодов, не всходит. Потому что, воспевая Святое Имя, что должно происходить? Слезы течь из глаз, голос прерываться. Если это происходит, мы можем понять, что что-то все-таки происходит в нашем сердце, движемся мы в правильном направлении. Как этого достичь? Сесть в одном месте, сконцентрированно, спокойно, взывая из самого сердца, повторять Харе Кришна Махамантру. Громче. Шилвамана Гасай Махарадж, когда к нему приходили и спрашивали, как совершать баджан, расскажите, Гурудев. Он говорил, что Рона Сико, Сико, учитесь, Рона, плакать. Учитесь плакать, так совершайте баджан. Поэтому старайтесь воспевать Харинам нормально, сидя в одном месте. Например, наш Шрила Бхактивиданта Нараяна Гасай Махарадж до 9 утра вычитывал первый лак Святого Имени, 64 круга. Затем уже он принимал прасад утренний. Почему его имя так прославлено во всем мире? Или имя Шрила Бхактивиданта Свами Махараджа? В храме Радха Дамодара его имя даже записано. Почему? Потому что они из самого сердца взывали к Святому Имени. Бхактивинода Такур повторял три лака Святого Имени. Прабхупада Сарасвати сколько повторял? 100 кроров Святого Имени по три лака в день. А мы 16 кругов не можем вычитать. Два круга повторим. Ой, когда уже закончится? Бежать надо, другие дела делать. Это не очень хорошо. Нам нужно как воспевать Харинам? Сидя на одном месте, закрыв глаза и искренне взывая из самого сердца Господу. Вот тогда, конечно, мы обретем реализацию. А иначе, как мы их обретем, если мы не повторяем Харинам должным образом? Джарупе Лайла Нама Према Опаджая, говорит Махапрабху. Как воспевать Харинам? Должным образом. То есть сидеть в одном месте и сосредоточиться на Святом Имени, а не так, что мы повторяем Харинам, а потом спрашиваем кого-то в перерывах, «Эй, как твои дела?» То есть прерываем воспевание, отвлекаясь на посторонние дела. Это апарадхи, оскорбления. Из-за них сердце наше жесткое. Оно не тает. Слезы не текут из глаз. Поэтому, по примеру, Бабаджи Махараджа нужно повторять Святое Имя. Когда Парамахамса Махарадж позвал своего ученика, Саньяси Махараджа, по имени духовному и сказал о цепи успокоить обезьянку, Саньяси Махарадж понял, таково мое служение и таково мое имя Рамана Манджари. Цитата Гурудев читает Джайвадхарму. И в это время солнце начало сходить и озарять все четыре направления. А птички начали щебетать. Мы сейчас, например, живем в Мадхе, совершаем баджан здесь. А раньше садху как совершали баджан? Они создавали кутиры в лесу, в окружении деревьев, лиан, цветочков. И так на природе совершали свою духовную практику. Это очень благостная сатвик-обстановка. И вот Бабаджи Махарадж также совершал свою духовную практику. С утра, когда солнышко всходило, оно все озаряло, дул приятный ветерок, птички щебетали. И эти прекрасные звуки раздавались повсюду. И роща Мадхави была украшена самым наилучшим образом. Так, в этой чудесной обстановке Парамахамса Бабаджа совершал духовную практику, слыша все звуки природы, ощущая все очарование этого места. Оно было настолько прекрасно, что словами даже этого не выразить. Далее Гурудев читает. Здесь описывается, как совершать баджан. Дается пример. Когда Парамахамса Бабаджа совершал баджан, в какое время это происходило? Утром.
он утром совершал собачью. Бхактивинода Тхакур, например, ложился спать в 8 вечера, а просыпался в 12 часов ночи. Всю ночь он повторял святое имя, и если какое-то спорте видение посещало его, он записывал это на листе бумаги. Свананда Суканда Кунди, где он совершал свой бхаджан. Мы посещаем это место во время Вадипа Парикрама, оно около Ганги. Так Бхактивинода Тхакур написал все свои книги, ночью повторяя Харинам и записывая те откровения, которые к нему приходили. Поэтому нам тоже нужно стараться бхаджан совершать утром. Гурудев говорил, что утром нужно стараться воспевать один час святое имя. И те реализации Анубхути и Ананда, вдохновения, которые мы обретем, счастье, не сравнится со счастьем, которое мы испытаем в течение дня. Потому что до рассвета солнца очень благостная атмосфера сатва, а с восходом солнца уже преобладает раджаса, раджас, страсть, страстное настроение. С утра, например, мы проводим мангала арати. Почему? Потому что ум спокойный, а ум нужно делать разные дела. Молоко купить, что-то еще сделать. Наш ум уже думает, какие задачи нужно выполнить. А вот с утра ум более свободен, и это время более подходит для духовной практики. Поэтому старайтесь с утра совершать садхана бхаджан, повторять святое имя, чтобы скорее достичь совершенства в духовной практике.